все, нажмите любую кнопку. Будем играть в эту прикольную игрушку, надеемся, что прикольную. Так, я сейчас сразу музыку уберу. Давай. Эй, Пума, куда понесла? Пума! Всем привет! Привет, сегодня, ребятки! Сегодня мы будем играть в игру Knack. Как-то так. Как-то так. Вот, мы в нее не играли, поэтому будут все наши впечатления и первый наш летсплей на игру. Так что погнали. Как вы уже поняли, с сегодняшнего дня на Sweet Home канале будут выходить еще и игровые видео. Да? Что, погнали? Не судите строго, я вообще не в курсе, как играть. Нормально. Сложность ставим на нормальную. Ага. Так, тут новая игра. Понимаю, сюда. О, не знаю, что там где. Наконец-таки в игре светло. Так. Это орки, люди. Люди. А мы за кого будем? Я не знаю. Будем за орков? Мы за какого-то чувачка будем играть. Mm. Мне кажется, не за людей, не за орков. Mm. Можно это переключить? Нет! Будь добр, просмотри до конца. О, танки пошли. У меня там галки какие-то. Война полным ходом. Ой, скучно стало. Каких это пор орков есть танки? Так, лаборатория доктора. Местные гоблины каким-то непонятным образом превратились из мелкой проблемы в силу, способную сокрушить наш форпост. Благодарю всех за то, что сразу же пришли. Вас, доктор, благодарю за гостеприимство. Чем объяснить стремительный прогресс гоблинов? То что так долго, давай, неинтересно. Танки, все дела. О! Так. Подожди, а что ты один? Не знаю, нажми что-нибудь. О, я появилась. Ты такой маленький, что ли? Так, что я умею? Прыгать умею. Драться умею. Ух, ничего себе, видал, как я завалила? У тебя еще в динамике есть звук там. Так, что делать? Ничего себе, нас. Таинственные останки неизвестной цивилизации, которые питают наши машины и вообще делают возможным наш образ жизни. О, я к тебе привязана, что ли, или как? Ну, типа того, я так понимаю. Так, сейчас буду с кем-то биться. Ой, ой, вот, на тебя. Да подожди ты. Все, я всех завалила, я шустрая. Ой, тут какие-то штуки летают. И что нужно делать? Они тебя могут убить. Через них надо просто прыгать. Давай будем биться. Ой. А где я? А вот она. Я возвратила. Надя, по щам. А, это ты сделал? Это мои. Смотри, оно все в меня. Все в тебя. А, там дальше куда-то можно идти? Ну да. О, это все ко мне. А что мне ничего нету? Ну ты маленький. Мы выкапываем материалы из-под земли, а потом используем в качестве источника энергии для наших машин, самолетов и генераторов. Обнаружение этого бесперебойного источника энергии навсегда изменило нашу жизнь. Опа! Плап-плап-плап-плап-плап! Ой, я потерялась. Аккуратно пока. Весело. Подожди меня, где я? А, вот, мне просто нужно... Хорошо, что ты не главный герой. Если ты была главным, мы бы уже давно-давно проиграли. О, видал, как я его сломала? А, ты его. Может, он тебя? Это я его сломала? Может, это так. Он тебя? О, как я каким-то ударом. Мои кусочки. А, я понял. Они... Нельзя сгорать, как я. Сейчас.
Где я? Почему не включается? Спасибо, что все активировали. Я упал. Почему я так быстро падаю? Ой-ой-ой, чего они такие сильные? Ну это, наверное, уже уровень другой. Да не бей меня. Ты уже включила эту штуку, что ли? Какую? А вот этот рубильник. Нет. Догоняй. Догоняй, догоняй. Много десятилетий я изучал тайны этих реликтов и пытался вдохнуть в них жизнь. В результате появился... Как в мусорку спустили. Живое, нет, вы не так. Дышащее существо. Аккуратно. Ох ты! А я? Да! Догоняй. Догоняй. Нормально. Мне ж ничего не видно. Ты появишься. Давай догоняй. Я вот уже где. О, меня сейчас поднимет наверх. Ой! Теперь догоняй. Ну залази. Да что значит залази? Я же не вижу, куда я вообще залажу. Как мне к тебе залезть? Ай! Вон ты снизу. Ладно, ты сейчас появишься рядом. Давай, бей. Тебя жизни много. Вау! Они еще... Знаешь, от меня, мне кажется, толку вообще никакого. Да? Угу. У меня такое ощущение, что... Я вообще ничего делать не могу. Не собирать ничего. Это игра для одного. Нет, ты входишь там... Ого! Ой, я уже побольше стала. Ну, сейчас интереснее стало. Быстрому росту. А, нифига себе быстрому росту. Зачем меня ударило? Я привык... Не знаю. Я... Аккуратно, тебе шариков они убивают. Спасибо, что они предупредил. Они убивают, и Катя... Я не успеваю появляться. Да ты не бей меня! Че ты меня бьешь? Так, что нужно делать? Ничего не нужно было делать. Ого. О, Катя. Смотри, мне тоже что-то дали. А, это... Натя, Натя, Натя. Да все, пошли. Пошли. Ладно, все, пошли. Да не бей меня. А я что-то пособирала. Да правильно все мои части собрала. Подожди, а где я? А вот она. Смотри, как тебя чуть не убили. О-о-о-о. Вау, 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 вау. И пролезь сквозь эту трубу. Кнек. Я же говорил кнек. Кнек. Да. Уменьшись. Он все, что я собирал, весь уровень взял и сбросил. Да, и мы сказали уменьшиться. А я. А вот она я. Ты уже вниз улетела. А, что значит, я уже вниз улетела. А, тут еще можно вот так делать. Подожди, а мне как это? Вот, вот это. Какой? А, вот это? Да. Так, ну хоть не в конце игры надо. Где она? Ты уже развалился. Катя только скользит. Ты еще меня лупишь? Совсем что ли? О! Зарядившись,
Он способен выбросить накопленную энергию с невероятной силой, создавая ударную волну. Я застряла. Сейчас это появится. О, вот оно. О-о, за суперудара. Как я уже пробовал. Ого! Я... Видишь, как я тебе помогла? Да, круто. Давай еще один. Ударная волна может уничтожить... Так дай мне чуть-чуть. Создал. Хлам разбил. Аккуратно. Я так успел сказать аккуратно, как Катя. Это что, меня так разлетело? Тебя... Обалдеть! Меня убить еще можно? Похоже на то. Аккуратно. Ну, подожди, я жду. Давай. Дави в сторону стены. Вот так, вот. О, мы его убили. На, подожди, вот эту штуку надо взять. А мне, оставь мне. Все дало тебе? Да. Ну потом поменяемся, ты будешь принципальным. Главным. Опача. Так. Я... А почему ты ждешь? Я тебя ждала. Ты стоишь. Нек также может использовать энергию янтаря, чтобы трансформироваться в шторм реликтов. Как ты так сделал? Просто жму. А теперь покажи им, что делает с ногами твоя атака шторма. Как вы видели, Эк способен увеличивать свои и без того внушительные силы за счет энергии янтаря. Да что ты? О, мне понравился темп. Ты что за мной повторяешь? Да я так делаю. Мне кажется, или я это... Не, это того? Там. Не, вот еще не того. Ты очень злишься там. Ну как тебе игра? Ну, второстепенным игроком не очень интересно играть, потому что практически ничего не можешь делать. Так, чисто бегаешь хвостиком. Смотри, нужно разговаривать. Впечатляюще. На вид какой-то. И они думают, что вот это вот спасет мир? О, мы на улице. Ой, и меня сразу же прикончили. Так. Ну, как быстро мы его это... Да вообще. Прибили. Сейчас я буду запиться. Ты так далеко бегаешь. Так. Отлично. Так, ты всех... Собирай эти кристаллы. Так, вот еще. Там еще были? Что? Да, вот, смотри. Ой, извини, я случайно. Нет. Также может использовать энергию янтаря, чтобы взрывать... Все, успокойся. Такая маленькая, злая. Так, я янтарь, пожалуй, пособираю, пока ты там это... А, я тут должен нажать. Да, и тебе отдается этот янтарь. Способно поражать сразу несколько целей. Так. О, смотри, у нас полный янтарь. Да не, не, не.
Сейчас мы А, это он напоминает, что можно сделать, когда у тебя полный запас янтаря, смотри, да? Сделаю. Давай, делай. Оба! Круто. Слушай, супер. А я что, могу еще увеличиваться? Наверх. О! О! Прикольно. Теперь будем так ходить догонять. Со стенами в опасе. Так, не забывай, здесь эта штука проваливается. Ай, ты тоже упал. Я ж отсюда. Ты так быстро убегаешь, я не успеваю за тобой. Катя мне в конце как дала. Давай, покажи класс. Ава. Мне, в принципе, и делать больше ничего не надо. Ты должна бегать. И радоваться. И бить тебя вот так вот. Ой. Даже помогать ей не мешать. Ой, я застыла. Да иди сюда. Так, мы тут не против друга все. Играем. Давай вместе. Все, ты сейчас упадешь. А нет. Нет, ты неправильно было с нее прыгать. Ты думаешь появиться? Да, сейчас. О, какие они злые. О, вот я это. Ну, что вы теперь сделаете? Обалдеть, как ты круто. У меня нет такого этой силы. Бедненько. Я сейчас оплачу того, что мне ничего не дают делать. Да я их полуплю их. Ой. Бог делай. Ай. Куда ты? Не ходи туда. А где ты? Я не знаю, где я. А, вот, все, я пойду. Катя мне за. Пошли туда сходить. Ну, пойдем. Там что-то новое. Пошли. Туда можно? Я думаю, ух да. Ух ты. Мы какой-то тайник нашли. А, вот все возобновилось. Все? Да, я не знаю, тут что-то надо нажимать. Все, так, пошли все, обратно. Пошли. Ну, да, все, ой! Вбок нужно делать. Я и сделала вбок, а, да? Видишь? Вап, 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 вап. Оп, 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 оп. Так, куда идти? В эту сторону? Угу. Да ты уж такой большой, такой прозрачный. Крутой. А это стоит с дубинкой. Вот такая мадам. Сейчас мы тебе сделаем пропер. А он рыжий, кстати. Следующий. Ты заметил? Следующий, а их двое. Да, на следующие. Ладно. Ну, давай. О, и я появилась. Аккуратно, машины. Ой. Я постоянно... Слушай, они все в тебя кидают, ну ладно. Я постоянно забываю... Во-во-во-во-во-во. На вот это вот конец. Да не бей меня! Так я... Мы проиграли. Все, ничего мы не проиграли. И теперь я проиграла. Где я? Вот она я. Все? Нет. Теперь все. Теперь пошли дальше. Все такое зеленое, красивое. Только мне кажется, слишком зеленое. О, тут, наверное, еще один потайник. А тайник? Тайник. Да, тайник. О, он стреляет. Ух ты, это как я так сделал? А, это он. Я думала, это я дерусь. Ну, в принципе, да, только это он тебе. Вот так вот, Ваня, их всех. Гениально. Немножко подвисает на заставках, да? Ага, вроде да. Еще тайник. Еще тайник. Давай. Что там, что там, что там? Я тоже хочу посмотреть. Дудка какая-то. Хорошо. Хорошо. Пошли обратно. Пошли. Мы там красиво светимся, кстати, мне нравится.
На улице мы так не светимся. Что, есть как? Ой! О, ух ты, как ты его влупила. Это ты... я так сделала? Да. Я даже не поняла, как я это сделала. Так. Ого, мне влупили. Все. Мы проиграли. Заново. Так, что идем? Пошли вниз. Лажа. Мы тут уже были. Лажа. Нас обманули. А кто это успел стену заделать? Ого. Ого. Слушай, у меня хорошо покоцал. Ой. И вместо того, чтобы прыгать, дралась собственной тенью. Где ты? А, вот ты. Иди, ава! Иди, убивай. У меня уже все. Того. Вот. Всё. Ух ты, как он мне. Молодец, ты моя зая. Давай. Все. Тут нет этих кристаллов? Да есть. О. Слушай, мы пропускаем, наверное, столько тайников. Наверное. Ой, я еще больше стал, да? Да, ты еще более рыжий стал. Слушай, он, о, он на коньках, что ли? Сад какой красивый. А меня за что? Ну, получилось так. Сейчас упадет. Там она упала. Ух ты, ё-моё. Так, должна вообще-то его отвлекать. Я должна отвлекать? Смотри, сколько тут все. Я у меня на вот... Я вся это распадаю. Еще не, не успеваю это собираться. Вот. Опа. Так, а что тут нужно что-то побить? Все, мы прошли тур. Тур прошел, тур прошел. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Похоже, давай, пропускай. Это можно пропустить? О, да, отлично. Нам заставки. Мы в лесу. Хочешь главным джойстиком этим играть? Ну, давай. Попробуем? Да, давай попробуем. Мы сейчас, конечно, будем проигрывать. Ну, давай. О, он-то быстрее бегает. Я использовал кристалл нечаянно. Потому что ты что? Молодец. Нина. Ну зачем ты мне ударил? Та... Я жуков, значит, убиваю, она мне... Так дай мне поубивать жуков! Я так всю игру ничего не делаю. Кристаллы пропускаешь. Ну так давай собирай кристаллы, я буду мочить жуков. Стой, у тебя жизни мало. Если тебя сейчас еще раз ударят, убегай от него. Наверное, не судьба мне играть главным, главным героем. А давай, чтобы я не проиграла, давай обратно поменяемся. Ну, давай. Ты главным героем, а я... Кстати, твой джойстик мягче, мне кажется, чем мой. Я просто его отработал. Думаешь? Я играл, то же самое было. Просто по-другому управляется сам персонаж. Что? Че ты мертвого добиваешь? Так не делай. Он уже не двигается. О, эти... эти... птички. Они в начале игры были. Отлично. Подожди, тут-то нет. Где? По кусочкам меня собирают. Эх, эти ловушки означают, что где-то поблизости затаились гоблины. Будь осторожен. Гоблины? Где гоблины? Сейчас,
Слушай, такие... Смурфики! Такие гоблины! Правильно Ваня подметил. Смурфики! Ой. Аккуратно. Сейчас ты мне бьешь. Ой, все, меня нет. Пума возмущается. Иди к ней. Кстати, если под нее подойти, она не... Ой. Ой. Да хватит меня лупасить. Тут ничего нету. Достали тебе. Так, что тут происходит? Иди их убивай. Да, иди их убивай. Они меня вон прикончили. Тебя опять убили? Да. И опять меня нет, да? Да, вот она. Прячься за камнем. Сейчас он подбежит, и мы его накрутили. Ой, я тебя. Катя нам как только может помогает. Смотри, я его завалила. Видал, как я его завалила? Ты моя молодец. Видал? Что, кто-то стреляет. Да, эти ж смурфики злые. Смотри, видишь, я одного завалила. Так, я что, опять? Нет, внизу. О, подожди, там что-то есть. Эти. Кристаллы. Кристаллы. Погнали. Все? Ой. Видал, как я этого заделал? Не, не успел. Не видел? Я на своего смотрел персонажа. Бей его. Отлично, мы... О! О! Чё там? А, это я тебе насобирала. Вот. Но когда я увеличиваюсь, ты тоже увеличиваешься. То есть подожди, мы... где я? А вот, вот он тут. Иди его убей. Да я себя иногда не вижу. Ну давай. Все. Молодец, Катя. Потому что мы так далеко... О! Зашли? Это кто, гоблин на нас камни скинул? Да, прискинь. Меня убили. Каким-то образом, не знаю как. Ну, о, слава богу, не так далеко. Слушай, когда мы умираем, получается, нам заново, да, делают эти? Ну да, похоже. Полностью все, что мы набрали, теряется. Что, серьезно? Да? Я думаю, именно размер. А. Не, кристалла нет. Ой! Я даже не успела до тебя допрыгнуть, а ты меня тут отдубасил. Меня опять отдубасило. Ой! Воу-воу-воу-воу-воу. Полегче. Так, смотри, тут сейчас будут на нас катиться. Ого, ты всех размочила. Тут да нас... я вообще крутая последняя. О, что он уже разбил? Что это такое? А. Слушай, ну все интереснее даже мне становится играть, что вначале я вообще ничего не делала. Да ты а просто сейчас... не хотела ничего делать. Неправда. Смотри, мы куда-то заходим. А ты видишь, там не можешь перед меня зайти. Доктор, я нашел еще один вход. Хорошо. Так смешно, когда он таким голосом разговаривает. Доктор, я нашел. Жалко, не зайти. Они выкопали эти тоннели сотни лет назад. В поисках людей. Ой. В поисках людей, он сказал? Людей, нет? А, людей. Я вместо того, чтобы тогда убивать, тебе дал нечаянно. Сейчас запасы совершенно истощились. Подожди, тут что-то есть. Я смотри, даже доктор нас уже догнал.
Так давай, подожди, стой, 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 вернись ко мне. Ай, как вернуться? Ну, просто на меня иди. Так, а я вообще не вижу, куда я бегу. А вот она я. Я хочу. Побежали. Ух ты, какая противная. Это что такое? Какие-то мотыльки? Да. Слушай, они не умирают с одного удара. Что, заново? Ну, заново отсюда. Так, давай, аккуратно. Через них нужно просто пробежать. Тебе пробегать, они на тебя целятся, я их убиваю. Гениально? Очень классно. Надо вот это вот бомбить, вот это. Эй, смотри, что я нашла. Что у нас почти 3 кристалла. Так, ну что, работаем как... О, ты видишь? Они целятся на меня, а ты их... О! О, тут уже вот и побольше. А этот дед идет вообще беспалевный, ему вообще по барабану. Это доктор, ты ничего не понимаешь. Доктор. Доктор. Что здесь происходит? Где я вообще? А, я вон сам. Где я? Кто я? О, наконец-то! Ваня включил свои возможности. По какой-то причине реликты всегда находят в зданиях вроде этого. Но разве это вообще здание? Двери нет. Нога человека... Напишите в комментариях, вам интересны эти заставки? Но нам нет. Мы, короче, продолжим. Мы уже посмотрели. О, мы сейчас опять какую-то это. Это мы опять тайник. Да не хватит меня бить, бей этот. А ты не можешь. Я только могу его разбить. Сейчас здесь запись выключится. Вы это не можете видеть. Все, запись возобновлена. Пошли. На тебе. За то, что ты мне там бил. Нормально! Все, пошли, я бить забыли. Камни, я прячусь! Нет, уже не прячусь. Так, опять. Заставочка. Он даже не вспотел. О, танки. Кто? Мой чувачок? Нет, твой доктор. Доктор. Химик все трясется, сейчас сломается. Угу. Старая дорога не выдержит. Старая дорога не выдержит. Почему они на меня нападают? Я вообще-то защитная. Ты беззащитный персонаж, да? Мне кажется, они есть. Сейчас... Почему ты умираешь, а я нет? Потому что ты уже успела раза 3 умереть. Нет. Нет? Я вот здесь вот еще ни разу не... Смотри, как я их всех мочу. Не умираю. Это ты. А я умер опять. Да что же это такое? Да. Я сейчас сделаю вот так. Давай свои силы применяй. О! Давай. А, закончилось в подходящий момент. Ого, они уворачиваются. Я думал, они дурные. А, все, мы его уже заделали. О, у нас опять кристаллы целы. Так, что здесь нам нужно делать? Так. Что, уже всех замочил? Ты замочила всех. А, это я сделала. Зачем ты меня лупишь? Я вообще-то уже выросла и могу дать сдачу. Сдачу. Как отсюда уйти? Куда мы должны идти? А что ты мне помогаешь?
Я тебе еще и помогать? Спасибо. Головой все рушит. Да что такое? Маленькое было. Это маленькие злые смурфики. Че ты их не убиваешь? Так ты их убьешь. Смотри, кого я вот как уже тут... Че, серьезно? Подожди. А че все ты сейчас собираешь? Потому что пришло мое время. Мое... Ой. Моя прелесть. Ты же не все такие карлики? Или это мы такие большие стали? Не, мне кажется, мы большие застали. Мы все увеличиваемся и увеличиваемся. Тут дверь есть. Но в ней никак, да? Ага, диспетчерская. Но в этом генераторе реликтов нет. Так. Минуту, док. Сейчас я включу свет. Минуту, док. Сейчас я включу свет. Ой, у меня коки заболели. Ты не болит? Нет. Вперед. А что, он опять маленький? Мы опять маленькие. Да нет. Ой. Подожди. Тут ничего нет. Да пойдем уже. Кристалли. Тут кто-то стреляется. Ты что-то не уворачиваешься. Это говорит мне тот, который сам тут только что это. Говорит, что ты не ворачиваешься, и меня таким в голову. Бум. Слушай, почему когда я их убиваю, они раздеваются? Ты такой... Ты что так модный? Зачем ты не ударила? Тебя? Да. Была не я. Не нужно на меня все. Все это самое. Ой. Четко на тебя попал. Ты шустрый как планула, давай. Я подбегу. Иди, убивай его. Молодец. Все кто кого? Давай, сейчас ты точно получится. Мы в тебя все верим. Иди вон, гоблина, вали. Ты же говорю, ты меня валишь. Это было неожиданно. Все, все. О, видел, как я красиво светилась. Угу. Опа. Испарилась, скажи. Сейчас. А вот она, я. Я ударился в тебя? Или это ну, я ударила, а ты подбежала мне в мою руку. Так, что здесь нужно делать? Бежать. Пропускать рекламу. Ой, рекламу. Заставку. Да хватит меня лупить. Сейчас упадешь. Я прям пророк. Ты как я просто сказал. Все, 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 успокойся. Вешал? Да, если допрыгну. Ой-ой-ой. Слушай, а как жизнь восстанавливается? У меня очень просто, одна клавиша. Ой. Ой, и Катя упала. Так, там лучник, давай, иди его убивай. У меня жизни мало. Он меня стер как... Блин! Блин! Все заново. Так, ну что, за этот... Я упал. Доходим до этого, конца этого уровня. Да, и это последний уровень. На сегодня хватит.
Давай. Я его убивать не буду, я хочу спрятаться. Спасибо, что помогаешь. Ава! Ща я тут буду всех мочить. Давай, теперь того, того нужно тебе убить. Зачем ты использовала? Чтобы его убить. Ну ты используешь кристаллы, когда мы весь этот собираем. Ну зато ведь... Да ты ничего не сделала ему. Я убила его. Это я убил его. Не правда. Ох, я чуть не упал. Я не могу. О! Ну что там заставка? Пропускай. Ну да. Что-то у них актерская игра не была. Давай. Ну пропускай. Где там Катя Бродик? Где там Катя Бродик? Сейчас, у меня всякие там букашки, тарашки. Ой, Катя, что ж ты так медленно-то? Тут падать будет. Отлично. Ох, как он мне попал. Слушай, у него читы. Мало. А, это ты? Я уже хочу с тобой сражаться. У меня очень много жизни, мне нельзя проигрывать. Так, ну чё, что дальше? О, как я упал. Давай, и Катя всё, пропал. Давай, иди. Беги. Подожди, где? А вот он я. Аккуратно так. Я думал, ты его убила. Нет. Но ты помогла мне очень. Ну, наконец-то. Блин. Опять? Ну, отсюда, тут недалеко. Жесть. Все. Подожди. А ты там где? Чего ты там застряла? Да потому что я прыгать не умею нормально. Видишь, мне нужно... Подожди, а тут никаких складов нет, ничего? Не знаю, но ты можешь мне как-нибудь это, а то мне там не видно, что я там делаю. Ладно. Я тут сражалась за тебя с этими орками. Так, подожди, где ты? Пошли. Мне не нравится, когда в таком плане показывают. То есть не сзади нас, а спереди. Ну тут видишь, так устроен. Отлично. Ой. Я думал там брать. Так, я сейчас включу этот. Давай, включай. Достать. Отличненько. Пропустить. Какой длинный уровень. Да что ты сделал? Подожди. Во, все. Осторожно, вот такие камни ужасно скользкие. Уже заметили. Прикольно. А это что такое? Что я сначала бью, потом не знаю, что это такое. Все, от меня ничего не осталось. Нет, ты там сзади меня. Таран-та-тан, таран-та.
Смотри, как они едут. Особенно так вот. Это мы с тобой. Я всегда думала, как ты так делаешь? Это нужно просто этот... Смотри, как он делает странно. Ладно, все, пошли. Пошли, да. Ты ж... Ты мотыльков-то мочи. Зачем? Я же их только... Ну, сюда. О-о-о-о! Что ты? Куда ты? Зачем ты опять на них пошел? Ой, я хотела не тебя, я хотела. Так, я одного орка замочила. Я тоже. Так. Я еще одного замочила. Слушай, о, сейчас мы с тобой поехали. Прикольно. Круто. Круто, да, эта штука? Ага. А ты что ходишь тут? Мы такие большие уже, кстати, стали. У меня джойстик не перестает вибрировать. У тебя вибрирует? Да. У меня нет. У меня да. Так, подожди, тут ловушки. Кто там? Там что-то есть. Давай, я без тебя. Взял? Угу. Иди ловушки включай. И текай. Ну почти. Сейчас опять этот лед. Тут самое ужасное, то что не можешь убежать. Ой, я появилась. Ах ты ж, блин! Я не мог достать до них. Не успела Катя появиться, Катя снова нет. Натя, Натя. Ой, все взорвет. Че, поехали? Никогда не понимал, почему в играх персонажи эти такие тупые. Какие, которые дерутся? Которые нападают? Да, он бомбу кидает под себя. Ну как так можно? Я опять без жизни. Иди забирай. Это жизнь, да, дает? Не знаю. Да, штука жизни, да, дает. Давай, сейчас у тебя должно получиться. Так, что, как мне сделать? Сразу побежать. Забегай за ту штуку. Ну почти. Почти получилось. Так, вот тут нужно быть... Как-то надо, чтобы... Подожди, я вон там вот разбил? Нет. Все. Так, ты иди вперед. Так, сейчас. Я за тобой. Я не могу запрыгнуть туда. Ну давай. Все получится. Я пока ты не сделаешь, я не могу. Не, ты можешь. Да не могу я. Да смотри. Взял мой джойстик и... Просто ты два раза быстро, нужно раз и второй раз нажимать. Нажимай. Так, слушай, это не дело. Ура! Нужно просто прыгать. Я снова... Есть, мы прошли их. Ура! Фу, это было сложно. Я съезжаю что-то. О, кристаллики. Ого! Ого, и как нам... О, включай, да, включай какие-нибудь свои жизни. А ты его убила сама. А, да? Уходи от него. Ой. Нажимай X. X, X, X. Молодец. Ого. Отлично. Все? Вот тут, мне кажется, нужно разбить. Пропусти. Пошли дальше. Так, пошли.
Ого. Ты видел, как он? Нет смысла лезть в шахты, если нет численного перевеса. Никогда не знаешь, кто там может встретиться. Гоблины, стражники. Подожди. Чем больше сокровища, тем больше. Там нет ничего, а тут. Подожди, подожди, ну не. Слушай, они у нас сейчас такие большие. Этих маленьких гоблинов так валят. Я начал создавать роботов-шахтеров. С хорошей огневой мощью гораздо проще спуститься вниз и добыть реликты. Где я? А, ну, меня... была этого. Ну, совсем немножко. Ух ты, спрятался прям. Теперь у меня есть еще и охранные роботы. Идея та же самая, меняется только оборудование. Нужно здесь внимательно слушать, что он говорит. Нет, столько оборудования. Иди, убивай. А, ты не можешь. Ага. Продолжай. А, мы, наверное, сейчас в новый тур пройдем. Да? Вообще они нас не трогали. Но мы им не доверяем, правильно? Правильно. Нормально. Пошли дальше. Ну иди к этим штукам, меньше тебе стрелять будет. Пушечное мясо, мясо пробежало. Подожди, где я? Ты там. Давай, была. Я тебе сделал эти ловушки. Какой яркой, да, все? Ага. Мне нравится, что игра очень яркая, что очень светло. Красиво. Подожди, подожди, тут тайник. Видал, как я его? Ага. Вообще крутая, слушай. Что бы я без тебя делал тут? Мне так нравится, как они... Тоже, мне тоже так нравится, что... Ой, я думал, в какую-то яму свалиться. Ну-ка, ну-ка. Все, мы всех завалили. Да. Куда дальше? Нам вниз. Сейчас смотри. Ю-ху! Они что там друг друга? Все. Ну, погнали, ребятки. Все? Да. Поехали. Поехали. Йоху. Класс. Хочу, кстати, на коньках покататься. Это а больше ты? На сноуборд похоже. Угу. Вот оно. Мы нашли логово гоблинов. Мы нашли, прошли. Слушай, какой длинный уровень. Мы, мне кажется, первый был намного короче. Так, куда идти-то? Сюда, за мной. Как ты теряешь? Я потерялась. Ой-ой-ой, какой кристаллик. Давай, бери. Пошли. Подавай, иди уже. Мы с тобой врезались. Ой-ой-ой, тут бомба, не прикольно. Бьёшь его? Сейчас я до него доскочу. Ладно, не успела я до него доскочить, ты его уже пригрохнул. О! Ты не мог бы... Мог бы, могу. Пошли дальше. Надо сюда. Мы сейчас опять маленькие станем. Видишь, как ты сразу уменьшаешься? Я сразу такая становлюсь непонятненькая. Мелкая. Мелкая такая, никому не нужная. Мы походу сейчас... Все. Все. Новый уровень. И мы его, пожалуй, пройдем уже в следующем. Да. Идем? Я даже не знаю, как мы будем делать. Проходить одну игру или будем разные? Не знаю, ну нужно, наверное, сначала пройти эту. Возможно, следующий выпуск выйдет уже с другой игрой. Да, и мы будем вот так вот чередовать, чтобы не надоедало. Не забывайте писать игры, которые мы могли бы поиграть. Заодно мы узнаем, что можно купить и да, поиграть. Кстати, мы купили PlayStation 4, и игры нам нужны на четвертую. Но у нас вот 3 игры есть, мы 4 игры, и мы решили начать с этой. Так что будем чередовать, да? Да. Игры. Будет также прохождение GTA 5. И еще одной игры будет... там
Катя знакомится с, да, с GTA 5. Но не с самого начала, потому что игра очень длинная, будем там какие-то миссии проходить, то есть какие-то выборочно. Интересные. И в онлайне будем играть, потому что в онлайне тоже прикольно, но там так, там все такие злые. Ладно, на этом все. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем огромное спасибо за внимание. И всем адьос!